Теперь стрим записывается на карту. Теперь без отправки на него какой-то. У меня два где. Два это типа это нормально, четыре, у тебя пятый. А, пятый, потому что вот парень. Вообще все ушли в бар, никому не интересно. Никогда не играл. Делайте первый. Первый. Вот ушел парень. Ты там выведи название. Не сделал, только я не знаю, что здесь. Ты поворот, да? Это тоже поворот. Кто? Они уже играют. Нет, подожди, это ты. Ты берешь? Да. Спасибо, божественный ресет. Третий. Оля Сайрекса? Да. Давайте прям хайп успохлопаем ребятам. Они за 300 рублей борются. Можно машину свою. Это батон чек? Да, это батон чек. Это не батон чек. Это уже не батон чек. Нет, это уже не батон чек. Здесь ребята играют до 3 побед, они до 2. Чтобы конкретно Грязь! Не, серьезно? Ну нет, как бы... 6 ему надо? Ну да, 2 сета по 3. Нет, что за 0? Да, ты прав, ладно. Но то они реально выше. Стоп, выше. Не, ну это логично. Поаккуратнее играть. Нету хэй-хэй, Робинзона и Коля, все. Кто не поддержит? Рэй! Рэй не значит...
О, да ладно, Бэк! Отбился! Хей-хей, Робинзонов промок! Решающий раунд! Один-один. Витязю надо выиграть всего два раза еще. А Коля еще 59. Человек. Финалы будут до среды. Все останутся здесь. Все будут смотреть. Только один эпизод. Как же смог до сока. Это бой. Слишком мощный картвел. 2-1, да? Да, 2-1. Слишком мощный резет и слишком мощный картвел. Все слишком мощный. А финал теперь уже не матч поинта, точнее. Да. Турнир поинта. Господи, Камал. Поинт. Контрпик. Какой контрпик? Не факт, что это контрпик. Ну слушай, пресс, я бы сказал, что факт сработал, я сработал. Сказал, что это не контрпик. Но мы обязательно будем против Люка. Он ушел с работы. Буйканье. Не, все это тот кому-то контрпик был, имеете в виду. Да больше больше вообще какого-то. Не очень. Позволяешь это делать? Если он уже не поменьше, я видел. А нет. Дай какой-нибудь. Не хочется, что у нас Вот сейчас опять видишь, выходит закинал его на себя. По-моему, это не специально? Это не специально. У него нет плюса на этой штуке, если он не выходит. Ай! Ой-ой-ой! Меш! Молодец! Ну зачем? Димон, целик. 2-2? 2-2.
Если Сесалей будет ресент, бери кабан. Саша, посмотрим. Ты не хочешь тренить? Ты не хочешь комментировать? Дима, он же у нас... Он все может рассказать про бифейт, там, кинжал. Сейчас все комбинату добавить расскажут. Да. Давай, Паскаль, что там в плюсе? Паскаль! Экстрегер. Сейчас либо Витя затащит на минус, либо... Проблема в том, что она делает его стрим, как все. Присядь на стрим, готовь. Может, он просто взял сразу? Не, ну естественно, взял. А экстрафила еще есть. Ноги покупают. Пожалуйста, дышите. Получилось. Не вовремя вспомнил про эту опцию. На самом деле это крутняк. Да, это вот. Что, серьезно, да, крутняк? Нет, ну нет, Коля так и хотел. Не надо было, чтобы она побежала. Чтобы еще и целиться. Он просто не это хотел, я любился. Это очень долго. Типа я все равно умру. Да, это что? Вести не слил. Что? Красава. Поздравляем победителя. Витя содержал победу. Вообще ни разу не проиграл, скотина. Три победы. С меня начал, падла. И пошел по головам. Ему было тяжеловато. Все равно. Меня закончили. Пошли в фриплей, Башик. А командная борьба. Ребята, командная борьба. Консоль выключить? Надо командовать. Женя, дай пошли. Моя, я говорю, давай. Ты хочешь командовать? Да, Жека предлагал в конце после турнира командами поиграть. А теперь тебе отдельно, как второму месту, тоже молодцы. А кто второе место занял? Да, второй. Кто третий там? Кто третье место? Вон тот парень, вон. Надо хоть сфоткаться на лице. Да, да. Отдайте мне кассу. Жен, дай снегу. Уже 9 вечера. На короны. Это было мощно. Но это было быстро. А я ведь слышу, куда придумал. Да придумай, давай. Ну, это Тимоник. Что, будет командой? Я ухожу. Ну, как бы еще у вас не нужно. Точно. Я бы телек забрал. Я тоже не знаю. Там просто не пройти, ребят. Не, ну у нас тоже тоже. Ну, ребят, ну вообще не пройти. Призовой пост еще больше, чем у вас. Серёж, включи консоль. Это твоя? Триплеер. А что, команда не хочет? Это же было бы интересно. Да, отключим, может, все, да. Вообще, Тима, молодцы, просто.